В Генеральной прокуратуре состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, организованной в сентябре прошлого года соответствующим постановлением президента Республики Узбекистан. В данном мероприятии приняли участие более 20 руководителей министерств и ведомств, включенных в состав Межведомственной комиссии, а также представители ее экспертного состава. В рамках заседания представлена информация департамента при Генеральной прокуратуре касательно обращения председателя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма госпожи Хао Цинхуа о начале взаимной оценки национальной системы республики в данной сфере. Как известно, в 2020-2021 годах в Республике Узбекистан намечена взаимная оценка национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма. В рамках данной оценки экспертами-оценщиками будет проверено, насколько институциональные органы Республики Узбекистан, насколько правовая система Республики Узбекистан готова противостоять угрозам, вызовам, которые связаны с легализацией преступных доходов, финансированием терроризмом, а также распространением оружия массового уничтожения. Важным аспектом сегодняшней встречи является, что на данной встрече была утверждена национальная оценка рисков. Также в ходе заседания комиссии утвержден проект отчета национальной оценки рисков, легализации преступных доходов и финансирования терроризма. По итогам встречи определены дальнейшие направления деятельности комиссии с учетом выявленных недостатков в ходе национальной оценки рисков и взаимной оценки национальной системы республики.